Трое уйгуров, бежавших из Китая в Турцию, сообщили о насильственных абортах и пытках со стороны китайских властей в Синьцзяне. Потерпевшие по видеосвязи дали показания независимому трибуналу в Лондоне, который расследует, являются ли действия Пекина в отношении этнических уйгуров геноцидом. Среди свидетелей женщина, которую заставили сделать аборт на 6,5 месяцах беременности. Также врач, рассказавший о драконовской политике контроля над рождаемостью, и бывший заключенный, который сообщил о пытках со стороны китайских солдат. Трибунал, который не пользуется поддержкой правительства Великобритании, будет возглавлять адвокат Джеффри Найс. Хотя решение трибунала не является обязательным к исполнению для какого-либо правительства, есть надежда, что обнародование доказательств заставит международное сообщество принять меры.